Правительство Башкортостана в 2021 году перераспределило 126 миллионов рублей в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Такие данные следуют из распоряжения Кабинета министров, опубликованного на официальном портале правовой информации. На 114,5 миллионов сократится финансирование программ по линии Министерства экономического развития, на 12 миллионов – Управление капитального строительства и Минстрой Республики. Эти средства власти региона направят на реконструкцию театрально-концертного объединения в Сибае за 113 миллионов рублей, а также на ремонт инфекционного корпуса детской поликлиники на базе Крымоскалинской ЦРБ за 12,5 миллионов. Ранее министр финансов республики Лира Иктисамова заявляла о возможности вынужденного сокращения финансирования республиканской адресной инвестиционной программы. Напомню, что правительство республики ставит перед собой задачу свести дефицит бюджета к нулю до 2024 года. В 2020-м он вырос более чем в два раза, до 21 миллиарда рублей, из-за снижения налоговых поступлений и увеличения на 18% расходов на здравоохранение.